Привет! Если ты впервые здесь, то представлюсь, меня зовут Андрей, и ты на моем канале «Время жить». Уже более 2,5 лет я живу во Вьетнаме, и вот совсем недавно мы переехали в Далат. Это видео могло бы быть очень коротким, я бы мог показать тебе этот вид, вот это лицо, и сопоставив, ты бы мог понять мое отношение к Далату. Но на самом деле все не так плохо, как может показаться изначально. Но давай начнем по порядку. Итак, коротко давай расскажу, почему же мы решили переехать. Несмотря на то, что сейчас сезон дождей во Вьетнаме, ну и вообще в целом в Юго-Восточной Азии, но сейчас же и лето, и это самые жаркие месяцы, ну, во Вьетнаме, давай уж мы говорим про Вьетнам, поэтому про Вьетнам. Примерно с марта уже было в Унгтау некомфортно, настолько некомфортно, что там, не знаю, в первом часу ночи ты мог лежать и смотреть просто в потолок, потому что от жары и от духоты просто не мог уснуть. И на выручку нам и пришла эта идея с Далатом, потому что Далат — это горный город, находится на высоте 1500 метров над уровнем моря, и уже давно мы наслышаны о том, что здесь достаточно свежо, даже летом. Забавно, но за эти 2,5 года я уже успел забыть, что такое температура ниже, чем +20, и вот это вот наше ожидание того, что в Далате будет, может быть, свежо, прохладно. Мы никогда так не ошибались. Скорее всего, большая часть этого видео будет о холоде, о том, насколько нам тут холодно, и о том, насколько мы ошибались и ожидали легкой прохлады или свежести, а на самом деле мы здесь замерзаем. Я думаю, ты меня понимаешь, потому что, судя по прогнозам погоды и тому, что я слышал от своих родственников и друзей, в России, в частности, в Питере, лето не наступило. У меня вот на телефоне есть приложение, в которое отображается погода в разных городах, и вот конкретно вот у меня есть тут Далат и Санкт-Петербург. Итак, в Далате температура дневная средняя 21-22, ночью 15-16. В Питере дневная температура 18-20, ночная +12. О, да, конечно, у нас немного потеплее, но все-таки по сравнению с Вунгтау, давайте уж пойдем дальше. В Вунгтау дневная температура +30, это учитывая, что сейчас дожди идут практически постоянно, ночью +26. Когда мы только приехали, ситуация не была столь плачевной, потому что дожди шли в среднем после обеда, то есть там после 12, после 2 часов дня. А в первой половине дня мы вполне могли насладиться и городом, и природой, и горами. Городом, горами, ну да, я все правильно сказал, и городом, и горами, и в принципе хорошей погодой даже можно обгореть, потому что мы находимся на высоте 1500 метров, и здесь солнце злее, и действительно даже я немного обгорел, то есть в конце концов, несмотря на холод и свежесть, все равно начали мазать носы. Но радовались мы не так долго, вот уже, наверное, последнюю неделю дожди идут постоянно, то есть с утра до вечера. Питер, привет, то есть я тут, знаете, как будто домой вернулся. Чтобы было понятно, я сейчас сижу в кофте, капюшон — это не какая-то там образ или еще что-то, нет, просто холодно. Я в штанах, под ними куплены, здесь пришлось купить подштанники, и на ногах у меня шерстяные носки. И холодно, на самом деле сейчас холодно. Ладно, хватит о холоде, давай уже перейдем к самому Далату, да. Ну, последнее, что скажу, вот мой с недавних пор лучший друг. Я всегда любил горячий чай и даже в теплом климате, но здесь термос — это просто наше все. Сразу хочу оговориться, мы мало что успели посмотреть, съездили пару раз на озеро, как-то по окрестностям прокатились. Вот, поэтому можно считать, что это такое первый взгляд, что ли, на Далат, такое первое мнение, и вполне возможно, что впоследствии оно изменится. Итак, Далат. Наверное, самое популярное, что вы можете услышать про Далат, ну, после того, что это горный город, и то, что здесь достаточно прохладно, это то, что, насколько я помню, его основали французы, и здесь он якобы и архитектура, и в целом он такой, ну, достаточно европейский, то есть он не похож на Вьетнам, на остальное. И знаешь, побывав во многих городах Европы, я хочу сказать, что в Далате я как-то этого не ощутил. Возможно, это европейскость, про которую говорят, люди видят в каких-то узких улочках, при этом как бы здесь, ну, гористая местность, поэтому есть какой-то уклон, извилистые узкие улочки. Да, есть французские постройки, но они действительно старые, и от них уже, можно сказать, практически ничего не осталось. В целом, я не знаю, возможно, сравнивают люди с Ничангом, я не был в Ничанге, но честно, приехав из Вунгтау, я не увидел ничего сверхособенного. Опять же, повторюсь, я мало что видел, но по городу я катался. Так, меня начинает заливать дождем прямо сейчас, вот,
косой дождь льет прямо на меня. Ладно, терпим, пока что терпим. Итак, повторюсь, я по городу катался много, то есть постройки я видел, но, возможно, где-то есть какой-то особый район, где действительно Европа-Европа, но пока что я этого не нашел. Сам по себе город, помимо того, что он туристический, он еще достаточно оживленный и густонаселенный. Если, опять же, сравнивать с Вунгтау, то здесь реально есть пробки, есть серьезный трафик, то есть реально большое количество и машин, и байков. И помимо этого еще куча туристических автобусов. И я говорю не только про иностранных туристов, но и вьетнамцев. Здесь реально огромное количество. Если поехать в центр, можно просто стоять и наблюдать за тем, как огромные автобусы выезжают, приезжают, из них высыпается куча вьетнамцев, им часто выдают одинаковые кепочки, ну, чтобы как-то их идентифицировать. Вот, и, то есть, это приезжают откуда-то там, не знаю, из Хошимина, может, из Ничанга, еще из каких-то других регионов. Город пропитан туризмом, то есть в центре города все по туристическим ценам. Мы очень долго искали себе вегетарианские кафешки нормальные, потому что, если, скажем, в Вунгтау градация цен начинается от 10 тысяч донгов, меньше, чем полдоллара ты можешь поесть. То есть в среднем цена это 15-20, это уже, ну, хорошее место, так сказать, где там и тебе и бананчик могут доложить, и порции, в принципе, достаточно большие. То здесь долать и, в принципе, цены на вегетарианские заведения, вегетарианские кафешки начинаются от 20, то есть 20, 25, 30, 40 даже бывает. В этом смысле хочу сказать огромное спасибо человеку, который в комментариях под последним видео о том, как мы ехали в Далат, оставил координаты трех заведений, и одно из них оказалось действительно, наверное, самым дешевым в городе, и при этом очень и очень вкусным и действительно классным. И дело тут даже не в том, что мы искали самое дешевое там и пытались найти там, не знаю, за те же 10 тысяч, хотя в последнее время в Вунгтау мы перестали там есть и питались в среднем за 15, за 20. Нет, дело не в том, что ищешь самое дешевое. Лично меня коребит то, что вегетарианские блюда стоят так же, как мясные, что априори, ну, как бы невозможно. И это говорит, опять же, возвращаясь к туризму, это говорит о том, что здесь заведения, даже вегетарианские, ориентированы на туристов, и они завышают цену. Опять же, почитав отзывы о вегетарианских заведениях здесь в Далате, люди пишут, что действительно вьетнамцам говорят одну цену, такое бывает. Если ты приходишь беляш, если ты белый, тебе цену завышают. И мы, чтобы проверить, один раз пришли в такую кафешку, мы знали, что там, конечно, и так дорого за 30 вообще, ну, цена как бы идет 30 от 30. Мы пришли, я спрашиваю, сколько стоит? Мне говорят, 40. Мы как бы не стали там оставаться, ну, просто неприятно, но это, опять же, говорит о том, что этот город пропитан туризмом, к сожалению. А мы от этого не устали, то есть мы не могли от этого устать, мы от этого отвыкли. Но та дешевая кафешка, она реально выбивается из всего вот этого туризма, в ней работают реальные монахи, это прям такая вот... В принципе, все вегетарианские кафешки здесь во Вьетнаме ориентированы на вот этот вот какой-то буддизм и религиозный подтекст, но там прям вот монахи-монахи такие, они прям, ну, как, наверное, на кассе, можно сказать. Мужчина, который накладывает чаще всего, он... одетый, ну и цены говорят сами за себя, за 15 здесь просто невозможно поесть нигде и ничего. Из супермаркетов, кстати, здесь нету ни Коопа, ни Лота, здесь есть Биг Си, один-единственный крупный гипермаркет на весь город, ну и маленькие магазинчики какие-то можно встретить. При этом, несмотря на то, что кафешки дорогие, но вот в целом цены либо такие же, как в Вунгтау, либо ниже. Сейчас, насколько я знаю, сезон авокадо, поэтому здесь в Далате авокадо стоит... ну, там, 15-16 тысяч за килограмм, ну, до 20. Честно говоря, не помню, сколько стоил Вунгтау, но точно знаю, что 16 тысяч за килограмм авокадо – это очень и очень дешево. Также сейчас сезон дуриана, поэтому где-то за 50-40 тысяч можно купить килограмм дуриана. Ну, конечно, не чищенного. Ну и то, зачем помимо прохлады мы ехали в Далат – это клубника. Да, в Далате есть клубника круглогодично. Попробовали, да, взяли, получилось по 40, да, по 40 тысяч за килограмм, то есть это меньше 2 долларов. Конкретно ту, которую мы взяли, ну, для коктейлей, да, прикольно там с бананами как-то сделать можно, ну, или с сахаром, если уж так. Просто так есть кисловато, то есть, возможно, где-то в местах специальных, либо где-то, где подороже, то там можно, да, взять что-то поинтересней. Вот конкретно то, что мы брали за 40 тысяч прямо на рынке, на центральном рынке. Здесь, кстати, в Далате так специфически сделано, что центр города,
это фактически и рынок центральный, то есть если в других местах можно представить, что местный рынок это что-то типа, где подешевле можно взять, то в Далате центральный рынок это, наверное, самое дорогое место, где вообще что-то можно найти, потому что он, по сути, находится в центре города, на основном пересечении улиц, рядом с озером. Вот что странно, несмотря на то, что это, как я сказал, достаточно туристический и достаточно крупный город, здесь убитые дороги. Просто, наверное, одна улица нормальная, одна, и то это не центральная улица, это, ну, подъезд, можно сказать, к городу, ну, то есть трасса к городу одна нормально. В остальном везде, где мы ездили, колейности, ну, в общем, кому я объясняю? Уж ты-то знаешь, что такое плохие дороги. Но что касается природы, здесь, конечно, все такое родное и знакомое. Прям как Ленобласть. Единственное, горы. Вот, а так, да, хвойные леса. Вот, собственно. Что-то типа сосны. У нее такие, ну, длиннющие достаточно иголки. Мягкие. Но, в принципе, да, наверное, это какая-то разновидность сосны. Глазу, конечно, есть за что зацепиться. Но, конечно, не последнюю неделю. Это и туман, и дождь, и все вместе. Но вид здесь классный. Я, пожалуй, буду сопровождать, наверное, это видео фотографиями. Потому что, ну, к сожалению, вида нету. Хотя, вот, в принципе, можно снимать и здесь. Ну и да, я уже вижу, что такой красной линией через все видео проходит тема холода. В этот раз я хотел сказать, что и правда, в Далате нигде нет кондиционеров. Ну, просто за ненадобностью. И отсутствие кондиционеров приводит к чему? Что когда снимаешь жилье, то здесь как бы нету счетчиков. То есть обычно, если где-то там снимаешь, ну, наверное, если только в квартирах, обычно там в Унтау снимаешь жилье, и стоит счетчик рядом с твоим номером, счетчик электричества, который мотает. Вот. Здесь такого нет, ну, потому что кроме кондиционера электричество, по сути, не мотает ничего. Но раз здесь нет кондиционеров, то, собственно, и наматывать-то особо и нечего. То есть только обогреватель купить. Но, как я слышал, тут общался с русской семьей, и говорят, что, блин, не так-то просто здесь купить обогреватель. Здесь нет отопления, здесь нет кондиционеров, потому что, ну, как я знаю, более новые модели кондиционеров могут даже на обогрев работать. Вот. И здесь нет обогревателей, так что плед, теплая одежда. Ах да, здесь не продаются шерстяные носки. Поэтому, если кто-то будет спрашивать меня про бизнес во Вьетнаме, то я скажу, приезжай в Далат и вяжи шерстяные носки. Главное потом объяснить вьетнамцам, зачем они, ну, потому что они немного консервативны, что ли. Они не готовы будут принять такое новшество в этот мир, в свой мир. Вот. Если у тебя получится, то это будет классный бизнес. Да, забыл сказать, что в окрестностях Далата, ну и, в принципе, в самом Далате, выращивают, в общем-то, все, что приходит в голову, помимо всех фруктов, овощей, там, ну, клубника, чай, кофе, в общем, все, что угодно, и, как я понял, потом это все развозится по всему Вьетнаму. Поэтому в окрестностях Далата можно увидеть кучу грядок, полей, теплиц, террас, и на них все, что угодно выращивается. В основном, конечно, здесь очень популярен кофе, клубника, ну и вообще капуста, то есть, ну, все, вот мы ездили прям грядки, все, что в голову приходит, там, цветы, кстати говоря, тоже, да, очень много всего, и, конечно, ну, так интересно, можно глянуть на все. Ну, а что касается кофе, вот такой небольшой трейлер на будущее видео. Если все получится, то я хочу встретиться с человеком, он русский, работает здесь во вьетнамской компании, которая занимается, так сказать, кофе на всех его этапах, то есть вырастить, собрать, там, высушить, пожарить, отправить на экспорт. Они в Японию отправляют экспортный кофе. И также здесь в Далате есть кофейня, в которой люди могут прийти и попробовать их собственный кофе, который они сами выращивают и доводят до вашей маленькой чашечки с кофе.